Эфир телеканала ННТ продолжают новости 24. Я Хадижа Курбанова. Здравствуйте. Вот что ожидает вас сегодня в выпуске. В Дагестане горят леса. Второй день в республике тушат крупные пожары. К операции по спасению привлекли авиацию. Цена залатанной наспех проблемы – двойная проблема. В Хасавюрте отремонтированная не так давно дорога разрушается из-за канализационной трубы. Подробности в выпуске. Не чудо-остров, на котором жить легко и просто, а одно из самых изолированных мест в республике, где жить тяжело. Подтверждают это жизненные истории местных рыбаков. Специальный репортаж с острова Чечень. Смотрите в сюжете моих коллег. Уже вторые сутки в Дагестане из-за установившейся высокой температуры горят леса. Так, по данным Комитета по лесному хозяйству, общая площадь пожаров на землях лесного фонда составила 130 гектаров, из них 45 гектаров в районе поселка Таркии в городе Махачкала и 85 гектаров в районе Агачаула. С утра начаты работы по тушению возникших пожаров с применением авиации МЧС России. Для ликвидации очагов возгорания в поселке Ленинкент, а также Казбековском и Унсукульском районах. Вертолет Ми-8 провел 14 сливов по имеющимся двум термоточкам, которые провели локализацию, и наземной группировкой было проведено ее дотушивание. На данный момент находится ситуация под контролем. Имеющееся задымление оперативными группами локализуется в кратчайшие сроки. Глава Кайкенского района получил условный срок. Суд приговорил Магомеда Эмина Гаджиева к 4 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Ему будет также запрещено в течение 2 лет занимать государственные и муниципальные должности. Напомним, Гаджиев был осужден за то, что в 2017 году незаконно выделил селу Усимкент земельный участок площадью 25 тысяч квадратных метров, находящийся в республиканской собственности. Ущерб следствие оценило более чем 36 миллионов рублей. Магомед Эмин Гаджиев был отстранен от занимаемой должности в ноябре прошлого года. При этом суд назначил ему ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума. А в Хасавюрте общественники добиваются замены ветхого водопровода, из-за которого разрушилась новая дорога. Эту трассу Хасавюрт-Бабаюрт ремонтировали меньше года назад. Но, как оказалось, асфальт укладывали прямо на водопроводные сети, что за короткий срок привело к повреждениям дорожного полотна. Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог» требуют заменить ветхие сети и провести ливневую канализацию в порядок. По словам активистов, случай в Хасавюрте показал несогласованность действий различных структур при реализации республиканских и федеральных проектов. Ситуацию с автодорогой Хасавюрт-Бабаюрт общественники продолжат держать на контроле и будут добиваться устранения всех нарушений. Из-за большегрузных автомобилей, из-за того, что постоянно сзади скапливается канализационная вода, еще год назад администрацию города Хасавюрта просили устранить. Они нам несколько раз обещали, что устранят, и даже написали письмо. И когда мы приезжали, тоже перед нами говорили, что все решено, все будет хорошо. Дагестан в списке регионов страны с самым дешевым жильем. Цена за квадратный метр в республике составляет 32 тысячи рублей. Такие данные приводит Росстат. Это связано с тем, что в Дагестане, как и в других республиках СКФО, у людей самые низкие доходы, поэтому на рынке недвижимости цены на жилье также невысоки. Следом за нашей республикой в рейтинге расположились Республика Калмыкия, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. Ну а самое дорогое жилье, как считают специалисты, в Москве и Сахалинской области. Село Абдулманапа Нурмагомедова Кировоаул могут переименовать в его честь. Об этом в СМИ заявил глава поселения Магомед Расул Давудов. По его словам, сейчас Кизилюртовский район в трауре. Со всех уголков страны приезжают люди, чтобы выразить соболезнования родным и близким известного наставника чемпионов. После этого земляки Нурмагомедова планируют рассмотреть вопрос о переименовании села Кировоаул. Напомним, что прославленный тренер умер 3 июля из-за осложнений, связанных с перенесенной им коронавирусной инфекцией. Долгие годы он был настоящей жемчужиной Каспия, райским уголком для рыбаков. Но после развала Советского Союза все больше стал походить на остров невезения. Какова ситуация сегодня на острове Чечень? Чтобы узнать это, мои коллеги отправились по морю к заветному берегу. Из уст рыбаков и старожилов узнали, чем живут островитяне и на что надеются. Специальный репортаж Патимат Ханаповой.
Мы сейчас плывем на остров Чечень. Он находится в Каспийском море, недалеко от устья Терека. Формально это часть Махачкалы, но на деле это одно из труднодоступных изолированных мест республики. Чтобы попасть на остров, необходимо проехать более 110 километров по земле и еще 17 по воде. Это самый большой остров Дагестана. В народе говорят, что по преданию в 18 веке тут жили пираты, сподвижники Пугачева. Затем их будто бы сменили приплывшие из Астрахани рыбаки-отшельники. Они-то и назвали остров старинным русским словом «Чечень», упомянутым даже в словаре Даля. Все-таки Чечень или Чечень? Чечень, Чечень. Это... А вообще почему так называют? А потому что это с перевода полная корзина рыба. В то время были перед Первой войной чеченской, как бы такой момент были, приезжали искусствоведы там с Чечни, они, короче, думали, что здесь, ну, как бы Чечень, ну, название такое, да, как бы, ну. Даже я когда учился в училище, в городе учился пацаном, тоже меня за чеченца принимали. Добрались мы сюда на байде рыбака Аскера. Настоящую островную жизнь ощущаешь, когда рулевой бросает якорь и командует высаживаться. Пристани на Чечени нет, море здесь в прямом смысле по колено, идти до берега метров 300. Воды Каспия то отступают, то прибывают, и оттого строить причал сложно, да и затратно. Где тише, там мы и ставим лодки. Сегодня они стоят здесь. Завтра мы можем, если ветер повернется, мы можем их поставить 500-600 метров в сторону за косу. И так вот мы и бегаем от этого ветра, от непогод, потому что здесь причал ты никак не сделаешь. Если ты его сделаешь, его сразу же замоет и там илом затащит, и все. И бесполезно его и делать здесь. Ну, так вот и выкручиваемся, тяжело. Но выкручиваемся. Первое, что бросается в глаза по прибытии, это маяк. Пожалуй, главная достопримечательность острова. Местный смотритель про него рассказывает множество историй из прошлого. Однако записать их мы, увы, не смогли. Да и показать маяк изнутри тоже. Объект это стратегический, поэтому получать разрешение на съемку сложно. Маяку на острове Чечень более 150 лет, но он, как вы видите, сохранился и продолжает выполнять свою основную функцию, показывает путь кораблям. В основном здесь занимаются рыболовством, как и в старые времена. Моряк со стажем Аскер несколько раз пытался попробовать себя в другом деле, но снова и снова возвращался на морской простор. Это интересная, очень даже интересная работа, да, это трудности, это непогода. Это упирается как бы во все бюрократические заморочки, но для меня на сегодняшний день это жизнь. Я на море отдыхаю. Человек и стихия превращаются здесь в вечно соперничающих приятелей, как в знаменитой повести Хемингуэя «Старик и море». Море может быть и щедрым другом, и опасным врагом. Все зависит от обстоятельств. Это очень опасная профессия, если к ней отнестись еще и халатно. Есть люди, категория людей, которые, к сожалению, не очень, недостаточно серьезно относятся к морю. Море ошибок не прощает. Сложностей у рыбаков много. Песчаный остров со всех сторон окружен мелководьем. Чтобы не сесть здесь на мель, надо быть опытным морским волком. Моряк Владимир Тихонов как раз из таких. Очень сильно заилились берега, очень сильно, все озера заилились. Из-за того, что Терек, прорезь выходит напрямую в море, это большая ошибка государства, очень большая ошибка государства. Раньше Терек шел через залив, отстаивалась вода и практически ил не попадал в море. Условия труда тяжелые, но чтобы облегчить их, в марте здесь наконец-то открыли пункт приемки рыбы. По словам местных моряков, он упростил их жизнь. Ранее жители испытывали проблемы со сдачей своей главной продукции. Теперь же все под контролем. Легче реализовать, упорядочился вылов и созданы рабочие места. Правда, пока не установлены солнечные батареи, которые позволят поставить еще и холодильники, чтобы обеспечить долгосрочное хранение рыбы. Люди этому рады, лишь бы, чтобы работа была. Вот. У людей работы нет другой, кроме вот этой рыбалки. Ну, в общем, работа стала более организованной? Конечно, да, безусловно. Мало того, что работа есть, этот, который приемка приезжает, бензин, хлеб, пожалуйста, что заказывают, они, ребята, не отказывают, привозят. Что за человек заказал, по возможности они все это привозят.
Дома здесь колоритные, настоящие русские избы. Половины их уже нет, сгнили или были разобраны. А когда-то на острове в прямом смысле бурлил прогресс. Здесь находилась испытательная база для экранопланов, уникальных самолетов-амфибий. Ныне почти везде же упадок и разруха, будто бы недавно прошла неприятельская армия, оставив после себя выжженное поле. Некогда на этом пустыре был густонаселенный квартал острова. Вот таких домиков здесь было полно, однако позже они оказались разобраны на дрова. Будем надеяться, что эта участь не коснется всего острова. О былом благоустройстве напоминает только черно-белый снимок. На нем запечатлено мероприятие около Дома культуры. На фоне торжественное собрание в честь открытия памятника. Красота была. Вон клуб у меня фотографированный на большом этим. Какой клуб был? Школа была. А это что, ни ремонта не дают, ни на ремонт, ни на чего. Разрушенный Дом культуры, похожий на античный храм и расстрелянный в упор памятник революционеру Ермошкину как символ мрачного наследия лихих 90-х. Из радости современной цивилизации, пожалуй, только новое здание фельдшерско-акушерского пункта, построенного по президентской программе, но и оно еще не сдано в эксплуатацию. Одно не бывает, не хватает, то что-то другого не хватает. Это все с материком связано. У нас очень проблемная, как сами заметили, перевозка. Вот этих, представляете, этот весь материал перевезти было. Потом... А его как сюда? Его привезли в разобранном виде или все как? Вы не поверите, не то, что в разобранном виде, это все с нуля, железо, металл просто привезли. Просто металл. Да, вы сами собирали? Все сами. Магомед Абдулаев – инженер. Приехал сюда на несколько недель из Махачкалы собирать ФАП. Делится своими впечатлениями. Ну, это вообще другие люди, да. В городе это совсем, конечно, каждый свое ценит здесь, а здесь все дружное, да. Вот. У них братство какое здесь, помогает во всем. Вот любому, сейчас к любому человеку обращаюсь, любой мне помощь придет. Пресная вода на острове есть. Местные жители называют основной проблемой отсутствие газа и электричества. Из-за этого возможности для развития стеснены. Негде хранить вылов, да и продукты быстро портятся. Желательно побыстрее бы сюда провели электричество. Только одни разговоры идут, что сделаем, и ждем, и десятилетиями ждем. Местные шутят, что больше всего здесь весело детям, ведь они не так остро ощущают бытовые проблемы, но даже они хотели бы, чтобы остров вновь возродился. Какие-то любимые игры у вас есть? Только догонялки, все. Особо больше ничего другого не надо, только электричество. Я приезжаю сюда на каникулах. Чаще всего, хоть здесь и людей мало, ну, играться есть с кем. Ходим на море, купаемся. Островитяне разводят также и домашний скот. Дело это выгодное, но зелени для буренок и барашек тут маловато. Плодородной земли фактически нет. Все из-за песка. Однако, несмотря на сложности, местные все равно пытаются что-то вырастить. Труд это вообще каторжный, потому что за столько лет, сколько мы жили здесь, он сажал миллион здесь деревьев, которые не принимались, которые то замерзали зимой, то высыхали летом. Весной, вот когда ветра бывают, вот эти листики молодые сечет вот этим песком, засыпает. Конечно, это то, что здесь сейчас есть, это, конечно, уже то, что, можно сказать, выжило. Интересный факт. Собак на острове больше, чем людей. Тут собака действительно друг человека, ведь именно она часто единственный собеседник в доме одинокого рыбака. И, кстати, ничем не уступают по быстроте здешним мотоциклам «Уралам», превратившимся, как и маяк, в один из символов островной жизни. Эти мотоциклы – основной транспорт на острове. Они незаменимые помощники местных жителей на этих песчаных дорогах. Что такое самоизоляция, жители Чечени знают не понаслышке. Только вот вызвана она не зловредным вирусом, а отсутствием должной инфраструктуры, логистики и коммуникации. Комплекс проблем здесь большой, но все вопросы решаемые. Они требуют времени и системного подхода от руководства. А пока рыбаки из Чечени, как и прежде, вглядываются вдаль в надежде на улучшение. Патимат Ханапова, Мурад Ахмедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарсов, телеканал ННТ, остров Чечень. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч!